Привет, YouTube, пора. Догадались многие. Полакомиться я скажу, наверное. Вот такое мороженое, стаут. Стаут это вкус. Ну, стаут это какое-то пиво на черных дрожжах, на каких-то, на темном хлебе. От наших земляков Новосиб производитель. Всего 220 килокалорий, 920 килоджоулей. Тут написано, себя нужно баловать. Баловень судьбы. Ингредиенты. Молоко, масло сливочное, ну, сахар, экстракт ржаного солода. Вот на ржаном солоде стаут пиво готовится. Наверное, следовательно, со вкусом пива, наверное, будет. Ну, вот здесь читай, что тебя интересует, все вещи. Полярис. Фабрика мороженого. И неизменный масонский QR-код. А вот здесь внутри написано, нельзя купить счастье, а мороженое можно. Можно и даже нужно. Вот такая вкладка здесь лежала. И вот так это выглядит дело у нас. Вот таким образом. Сейчас нюхать будем с тобой все дела. Хрустящая карамель, наверное, там сверху. Ну, запах мне пока не радует, не знаю. Сейчас будем изымать все это дело отсюда. Оно очень твердое, тут какие-то, по ходу дела, добавки или что-то. Внизу оно более растаявшее. А сверху твердая. А, карамель, наверное. Ничего не видно. По всей видимости, это карамель твердая такая. Вот таким образом все это выглядело. Давай еще вот с этого края, с одного доставай. Ладно. Потом засунем обратно. Много шоколада видим. Вот такая красота. Вот так это все выглядит. Шоколад, шоколад прям. Уже сил нет, давай пробовать. Давай вот где твердое вот это пробовать. Ну, очень лайтовая тема. 200 калорий, это вообще ни о чем. Всем, кто кушает полезного аппетита, пробуем. Вопрос на засыпку. Вот прям сейчас возьми на паузу, поставь и напиши, что ты там делаешь. На меня все капает. Можешь есть что-то тоже. Очень вкусное, горькое мороженое. По-моему, с этим. С карамельным вкусом. И горчинка вот эта ржаного солода. Во, одна хрустяшка попалась какая-то. Вот это что-то. Хрустнул один раз. 4 штуки. Мне как будто сахар хрустит. Оторваться невозможно. И смотри, оно не перемерзлое. А где эти, которые сверху были? Вот структура вот такая, какая должна быть у мороженого. Вот с этой стороны видно это. Когда перемороженное мороженое, оно кристаллизуется. Вот здесь смотри, какая структура замечательная просто. Просто потрясающая. Хотя оно у нас пролежало 2 недели. Очень приятно осознавать, что это земляки производят. Новосибирск. Новосиб, привет, друзья мои дорогие. И вот такая замечательная тема. Тут даже там что-то еще в коробочке осталось. А вот то, что сверху было твердое, я не пойму. Ну, внизу где-то. Вот. Вот. Перевернуть его возможно или нет? А вот, перевернуть. Вот, наверное. Сейчас посмотрим, что это такое твердое было. Вот оно. Да, это, по всей видимости. Попробуем, пойму. По структуре как будто карамель, но это не карамель. По вкусу с горчинкой очень вкусная структура такая. Вот на солод и похоже. Но мы сегодня и слопаем все это дело, потому что... О, опять попалась хрустинка вот эта. Это прискорбно. Ну там много вот этих криперсов положили, как они? Криперсы, по-моему, называются, хрустяшки эти. Каждый должен это попробовать, и у меня гордость, что это Новосиб делает. Красавцы, молодцы. Четко. Умеете, могете. Это на высоком уровне мороженое сделано, просто удивительно вкусное. И на ржаном солоде. Ну, стоут вот это, пивного вкуса я не чувствую, вы тоже, Олга, не чувствуете? Немного. Немного, видишь, а я никак. Обязательно заметку категорически, если где-то увидишь, сразу хватай, хоть и пробовать. Дети однозначно оценят. Но оно с горчинкой, и ощущение создается, что очень качественный шоколад использован. Ну, больше вкус солода. Мне очень понравилось. И по калориям без растительных жиров. Тоже важный фактор, я думаю, для многих. Да ладно, всем похуй, ты че? Пинта мороженого, вот здесь пинта. Я увидела слово солод
и сразу схватила. Можно на постоянной основе покупать. Домой, вот кто мороженое домой часто берет, побаловать детей, себя побаловать. Там же написано, себя нужно баловать, написано. Поэтому надо баловать себя. Кто побалует, если не ты, не себя, не сам не побалуешь? Ну и все, по конечному счету, грузии, скоро Макса в гости, же ценник уже не помним. Но соразмерный, думаю, ценник должен быть. Почему? Потому что очень качественный продукт. Давно я не едал такого хорошего мороженого. Кстати, похоже, вот как в детстве ходил в сказку, у нас в городе была сказка, кафешка. И там в таких золотых каких-то чашах, по-моему, таких красивых настойках, мороженое с обсыпанным шоколадом давали, ну, подавали. Вот мороженое, обсыпанное шоколадом. Так вкусно было, что сил нету. Но пока не скучай, не грусти, скоро Макса в гости жди. Береги себя, себе близко, здоровья, всем пока. Смотри, Макса, будешь знать, где качественно, где отврат. И не стоит брать. Это полезно, важно же. Пока. Вкусно, надо это...